Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подходов к Крымскому мосту. И начинаем мы его от теплотрассы и посмотрим в сторону южного портала тоннеля. Посмотрите, сколько здесь техники стоит. Щебень, ВПРС в одном составе, и поедет это все сейчас в сторону тоннеля. Сегодня у нас суббота, температура воздуха плюс 8 градусов. Солнечно, ветер 4-6 метров в секунду. Ну и давайте начнем свои путешествия. Перед нами путепровод Аршинцевской железнодорожной ветки, пересекает в верхнем уровне железнодорожную ветку, идущую с моста. Ее тоже разбирали. Вот видите, от Керчи Южная, новый парк, идет ответвление вот вправо в сторону Керчь Южная, старый парк, и, собственно говоря, соединяется на Аршинцевской ветке вот, путем стрелки. Вот вдалеке видно, здесь тоже вот это снимали, все делали, перетоки реконструировали, приводили до вот эту насыпь, чуть дальше до нормативного состояния с требованием сегодняшнего времени. Насыпь это была построена очень давно, поэтому вот переделывали. Сейчас все готово, посмотрите, красота какая. Все здесь марафетик навели, водоотливные лотки, все ровненько, четко. Посевчик, гидропосевчик сделан. Ну и вот эту ветку давайте туда заглянем. Здесь вот как раз все это дело разбирали. Путепровод, идущий сверху, пересекающий автомобильную дорогу. Это вот с моста идет, ну, можно уже называть ее Таврида. И вот он уходит туда, в сторону старого парка Керчь Южная. Вот здесь откосы делали более пологими. Мы даже с вами здесь прошлись пешочком, посмотрели, что да как. Уже по этой ветке прошли поезда с двухэтажными вагонами. С моста прошел поезд в сторону Севастополя, мы это с вами видели. И в обратном направлении совсем вот недавно. Кто не видел, посмотрите мои видео. Там за 13, 14 ноября, 15, по-моему, 3 дня. Там все можно увидеть. Ну, а мы возвращаемся на новую ветку, новое строительство. Вот они, две нитки, идущие с моста. И первое на нашем пути, вернее, второе уже на нашем пути, искусственное сооружение. Путепровод, идущий над автомобильной дорогой, длиной 214 метров. Обратите внимание, пункт охраны с обеих сторон есть, но вот только монолитный железобетонный остов сделали, еще придется стены выводить, закладывать, чем они там будут. Ну и, естественно, еще отделочку сделать, пока к ним не приступали. Такую самую трудоемкую работу сделали. Ну а это вот возле путепровода хозяйственные постройки, если их можно так назвать. Вот тоже идет внутренняя и внешняя отделка. Где-то вот снаружи, видите, утепляют, где-то уже облицовка вот оранжевого цвета. И обратите внимание, уже окна вставили пластиковые. И на этом вот домике, и на собачатнике, вот здесь на две собачки тоже хорошо видно, вольер будет. Ну и вот как выглядит переток реки Джарджава. Вот два тоннельчика. Видите, сзади, вот там на заднем плане скопилась вода. Пока, видимо, ее запрудили, не пускают сюда. Ну, здесь нужно еще немножко тоже русло облагородить. Вот здесь протекает река Джарджава. Вот. Ну и, соответственно, идут земляные работы вокруг вот этого всего комплекса. Конус, как мы видим с вами, с одной стороны уже забетонирован, с другой вот обрешетку делают, нижний ярус вот этого путепровода. И вот как он выглядит в лучах солнца. На нем уже все работы, и так можно сказать, завершены. Рельсы, шпалы, щебень, все есть, подбито, подрихтовано, выровнено. Сейчас все работы основные уходят в сторону тоннеля и за тоннель, в сторону моста через реку Биель. Ну, мы там с вами совсем недавно были, посмотрели, что там и как. Так что сегодня вот у нас вот этот интервал нужно посмотреть, чтобы все было гармоничные, и были мы в курсе с вами, что и как и где строится. Здесь уже посмотрите, вот вдоль дороги шкафы автоматической железнодорожной
железнодорожной автоматики вот стоят уже. Ну, здесь мы с вами тоже были свидетелями, как кабели разматывали, вот в штробы укладывали. Ну, вот эта железнодорожная автоматика, все здесь у нас идет своим ходом. Работает вот на Атаманском направлении, видите, стоит сварочный аппарат. Не зря же сделали загогулину, вот до тоннеля едешь по Джанкойскому направлению, а затем перед тоннелем переходишь на Таманское. Ну, грамотно сделано, вот по этому направлению и пока ездят. А Таманское направление можно варить рельсы в плете по 800 метров. Вот что, собственно говоря, здесь и делается. Вот посмотрите, стоит сварочный аппарат. Он уже давно здесь работает. И вот, можно сказать, до тоннеля совсем немножко осталось. Скоро он все это дело здесь и заварит. Потом можно, в принципе, уже будет загогулину убирать. И вот до тоннеля уже Таманское направление будет... будет плети сварены, так что можно будет дальше работать по сварке, а этим временем вот укладывать Джанкойское направление. Ну и вот мы с вами подлетаем к Южному порталу. Обратите внимание, вокруг этого портала идет облагораживание, земляные работы, вот экскаваторы работают сверху над тоннелем, экскаватор там тоже приводит в порядок откосы, вот экскаватор, видите, прямо непосредственно на портале стоит, занимается откосами, выводит ровненько излишки грунта, вот даже там, видите, засыпает за подпорную стену, ну и вот даже выше туда, чтобы потом... Ну, он похож так на плодородный грунт такой, наверное, излишки, и вот на следующий откос перебрасывает. Ну, а так здесь вот стелили геоткань, вот видно ее еще даже. Подпорные стены облицованы, вот только козырек Южного портала пока ничего там не делается. Мы все еще думали с вами, что там надпись какую сделать. Ну, а вот здесь Джанкойское направление рельсы еще не уложены, потому что в тоннеле еще идут работы, и чтобы передвигаться техники, там пока вот дают такую возможность. Ну и вот здания здесь вокруг Южного портала, достаточно много зданий, тоже выдержаны в одном и том же цвете. Вот обратите внимание, здесь тоже вот раз, два, три, для трех собачек вот будет вали, собачатник такой. И здесь вот как на охранном комплексе в районе цементной слободки тоже извлекали грунт, наверное, на метр где-то, и замещали его песком, потому что грунт такой так себе. И вот убирали и сыпали песком, чтобы было все на века. И вот он, этот состав, который мы с вами так долго ждали, идет в сторону тоннеля. Стоял он возле теплотрассы, мы его с вами видели, вот впереди ВПРС, тепловоз, хопперы, ну и сзади тоже там тепловоз, видимо, там за тоннелем они расцепятся, и будет каждый делать свое дело. ВПРС-ка сама по себе, хопперы сами по себе, с тепловозом, и там еще один тепловоз с платформами, там тоже на них что-то, тоже будут работать все. Ну вот здесь тоже, видите, переток, тоже пока не пустили, вот водичка скапливается. Потихонечку, помаленечку, вот смотрите, как газанул, движется в сторону тоннеля. Ну, в принципе, вот здесь до тоннеля уже, можно сказать, пути все готовы. Самая работа сейчас идет от тоннеля и до Багерова. Вот там нужно еще один путь укладывать. Работы по подсыпке моста через Биель на последнем видео, вот непосредственно на самом мосту, пока щебень еще не сыпали. Ну, вот, видимо, туда и это все дело и везут. А может быть, и дальше. Дальше там, в принципе, вдоль поселка Октябрьская щебень уже был отсыпан. Работает электробаластер вот на подходе ВПРС. Вот он, Южный портал тоннеля. Вот так будут ходить поезда. Уже можно представить, видите, составчик такой нормальный заходит в тоннель. Ну, а мы с вами давайте понаблюдаем, как
поезд заходит в тоннель. А я на этом с вами прощаюсь. Говорю вам до свидания, до новых встреч в новых роликах.